На мой старый телефон снимаю. Скажи, здрасте. Здрасте. Девочки и мальчики, спасибо за поздравления за день рождения. Я очень рад. Мы рады, что наш дядя Ленинграда. Зараза такой, а? Я думаю, что он хотел сказать? Как противно. В роте девочки заглянула, точно два шва наложила. Мы в магазинчик быстренько съездить. Посмотреть, может, что осталось для нас. Погода действительно сегодня наладилась. Сегодня вот что прям так хорошо, приятненько. Ну, не знаю, надолго нет. Тут вот здесь на этом поле очень много бегает этих фазанов. Девочки, мы уже присмотрели, если вдруг жрать нечего будет, будем фазанов стрелять. Я думаю, между прочим, не дурочка, двоих голубей прикормила уже. Да всякий пожарный, кто его знает. Судя по тому, что в последнее время происходит. Ой, ну, короче, вот что говорю. Оно почему-то все избывается. Насчет всего оно начинает сбываться. Ну, в смысле, какая мысль озвучиваю, какая в голову приходит. Не то, что мои пожелания сбываются, так как я хочу. Нет. Приходит какая-то мысль в голову, я озвучиваю ее. И потом смотрю, через день-два оно начинает. Ну, это не то, что там я какая-то ясновидящая, видящая, это все предсказуемо. Вот за этих бауров, что они выйдут бастовать, это все предсказуемо, потому что людям как жить, им сеять надо. Блин, вообще мне их жалко, они от зари до зари пашут, как конченые эти баура. У них ни выходных, ничего нету. А еще вот такие вот палки в колеса им суют. Тут цветочный магазин. Мне реально, блин, их жалко. Ладно, мы пашем, но мы хоть у нас и время есть на отдых, у них вообще нету. Китайский ресторан у нас. Теперь уже забудем, наверное, про китайские рестораны. Ой, блин, я взяла вон ополаскиватель для рта, чтобы периодически хотя бы ополаскивать рот. Такие вот дела. Девочки, запахло весной у нас, называется. Реально так ничего. Погодка. Сережа аж курточку снял. А я нифига, жаркостей не ломит. Я застука намерзлась, что теперь не сниму долго еще. Блин, пол лица вот так вот оно. На холодное прикладывать, она говорила. Не пролей. Ой. Все заморозилось. Все, на работу сегодня не иду. Они все коронавирусные там. Девки сидят, а шеф положительный тоже. Положительный у меня шеф. В положении. Угу. Тоже две полоски у него. Так что они мои дни. Так-то. Ну, не надо и не надо. Завтра пойду. Я говорю, что я пойду с Сережей сегодня вечером, потому что мне нагинаться нельзя. Там швы, кровотечение может открыться. Она говорит, не, не ходи сегодня, завтра пойдешь, сделаешь. Грузин поехала. Я говорю, ну и хорошо. Так что, такие вот дела. Едем. Там вон церковь. Никогда мы там не были, Сережа. В ту церковь. Хорошая погода. Прям так и радует. Челюсть, правда, немая. Немая.
Она меня обколола, вышла, зашла, я говорю, все, готово, можете приступать. Такая маленькая, худенькая, ну ничего, справилась. Она вообще, вот я заметила, чем вот та предыдущая, она где-то вот маленькая, худенькая, молоденькая, намного аккуратнее делает и такая вообще хорошенькая-хорошенькая. Что это? Аккуратная и такая вежливая. Говорит, если будет болеть, я вам еще вколю. Понял, Сережа? Там дома стояли, там стояли, все развалили. Что-то будут строить. Ничего не будет. Ничего уже не будет, все. Вон какой там гном стоит. Ехали домой, пока доехали, везде пробки почему-то. Половину сняла на этот телефон, половину сняла на другой телефон. Не знаю, что это будет. И это начинает отходить уколы, начинает болеть. Она мне там так чистила, так ковыряла. Теперь начинает. Пришла, я же сегодня выключила этот, отопление. Все, теперь мерзнем. Одеялко достала, пледик. Сижу, холодно. Днем такая погода хорошая была, сейчас солнышко ушло, все. Приехали. Николь, пропылесоська? Да. Пропылесосить надо. Мы как катили, так и на целый день. Надо этот. Не надо это делать. Надо пропылесосить. А мама, kannst du mir das für die Wohnung aufholen? Так надо. Пока мне не было, она 3 раза звонила. Сейчас опять по ушам ездит. Я хотела домой. Вот ты дома. Зуб у меня начинает болеть. Какой? Которого нет. Как может он болеть, которого нет? Вот потом ты пойдешь и тебе возьмут и вырвут зуб. Да. Поменяют опять снимки. Увидят, что у тебя зуба нет на снимке. И вырвут тебе. Або дингс... Взять, перепутать нас. И снимок поставила ее. И смотрит что-то, видит, что-то не совпадает. Ну, а она там увидела что-то не то. Ну, потом увидела, говорит это, что это не ваш снимок, это вашей дочери снимок. Так бы все повыдергивала твои. Зачем? Больные зубы. Они не больные. Угу. Ну, один хотел, и ты не сделала. Он меня будет секс, куда там его ставить? Зачем делать дешевые? Как дешевые? Чёрный, да это не мама, а я мама. Кто его там видит сзади? Мама. 600 евро за какую-то. Не понимаешь, ich esse auf diesen Zahn, ich kaue drauf, там am meisten Druck, ему меня надо, как я буду жевать? Будешь с бутылочки сосать. Yeah. Ich hab vorgehabt, meine Zähne. Тоже приехала, блин, столько времени не ела, голодная какая-то, давай закидывать. Забыла, на эту сторону уже нельзя жевать. Ой. Лишь там сзади с самым. Там же уже ничего не это. Покажи. Больно было? Нет, приятно, знаешь. Они дынг сделали? Бетонок? Ну, естественно. Mm-hmm. Николя, мне хочется кому-то лупануть, кто рядом. Ну, вот так папа. Зуб болит, так и хочется. Сережа сразу отсел. Думает, ну вас нафиг. Но хоть уже кровить перестала. Это санктон эмма. Но зашила, иначе полностью бы бежала, побежала. И сколько она? 2? 2. Фу, как противно. Я не знаю. А у меня hinten ganzen Weisheitszähne 4 Stück убрали. Wie soll ich mich fühlen? И они еще, die haben nicht rausgeguckt. Их надо kaputt было и rausholen. И потом... У меня такие были ванны, мама. Еще у меня fast Entzündung была, потому что я nicht gekühlt, а gewärmt. Помнишь?
Я вам, у меня шарик. Зачем ты? Это еще фетра. И кушать не могла. Нань, я прикладывала холодное. У меня абдруки тут было зугана цин, а не ранен. А у тебя, смотри, зубы уже когда вырвали? 10 лет назад, а щеки такие же большие и остались. Опухоль. Ты вон рыдил. Ну, они такие и остались. Най, мама! Остались. Теперь тоже у меня будут толстые. Короче, вот такие дела. Я пока сидела там в этой маске, думала, задохнусь, девочки. Вообще. Там заехали по пути в магазин, снимала на другом, правда, телефоне. Вроде бы ничего особого такого не купили. В основном там химии чуть-чуть. Это картошки 10 килограмм. Там были такие мешки, только большие. Особо ничего не взяла. А, то, что сковородку взяла 20 евро, вот. Отдала за сковороду. И опять денежки тю-тю на веркутю. Сейчас еще начнут счета приходить. То за машинку стиральную, то за зубы, то еще за чего-то. А этот сейчас смотрела Бундестаг, наш этот, выступал депутат. Говорит, все, электричество подорожало, уже 50 центов за киловатт, что ли там. Машины заправлять, все подорожало. Людям на работу как с такими зарплатами, с такими ценами добираться, короче, никак, каком. На метлах летать будем. Volkswagen этот завод закрылся. Где сегодня? В каком городе там? В стране, вернее. В Литве или где? Так плавненько все переходит в жопу, я бы сказала. Так что, чё, Николя? Я хайцинг выключила. Мерзнешь? Короче, девочки, вот такие вот дела. Делишки. Так противно во рту, вообще рассказать не могу. Особенно этот запах крови меня аж вообще выбешивает. Я вам полощу, полощу все время. Я люблю айзен завт пить, это как будто... Ну, может, ты этот, как его, мама у тебя вурдалак, а ты этот, вампир. 100%, раз ты любишь кровь, запах. Ну, запах geht, ich meine, trinken. Eisen, я Eisensaft пью. Deswegen, когда я стукну, ja, у меня Blaufleckchen бывает. Ты спать не собираешься еще идти? Иди, может, спать. Сколько можно вот это вот шоу смотреть? Ну-ка, успокоилась. Успокоилась быстро. У меня зуб болит, у меня может кровотечение открыться. Не скачи тут на меня. Ничего. Сережа, убери, пожалуйста, ее. Блин, все. Вот это вот хуже некуда, когда она дома. Помоги! Ой, дурдом, короче, у нас. Максиму пришлю. Максим, тебе пришлю. Дом культуры. Смотри, разбомбили. Ой-ой-ой. Даже стекол нету уже. Как же, она даже наверху стекол нету, смотри.